Всем привет, с вами Тома, мы продолжаем наш разговорный стрим, точнее у нас уже игровая часть, мы будем играть в Fighting, Them Fighting Hearts, и он что-то решил обновиться. Сейчас он обновится, что-то там как раз вышло сегодня, вчера только запускал, и давай запускайся, Fighting. Напоминаю, что это бывший My Fighting is Magic по поняшкам, там сейчас новые персонажи, ну, собственно, обзорные видео мы уже с вами делали, тоже на стриме, в марте еще, и с тех пор, естественно, я не играла, потому что я бы и рада, но некогда, поэтому я сейчас вчера вспоминала, как играть, посмотрела еще раз команды, но сейчас еще раз зайду в тренировочное меню и еще раз посмотрю команды, если вы не против, а потом посмотрим в пиксельном лобби, если кто-то будет из наших, поиграем с нашим, если нет, с кем-то чужими поиграем. Вот, я в прошлый раз проходила за Аризону, и вы знаете, походу я в прошлый раз... Так, давайте игру. Окей. Есть последняя серия Леди Баг на русском, кто знает. Я, честно говоря, не знаю, потому что я смотрю последнее время серии на английском. Мне не хватает терпелки и дотерпеть, пока ее переведут на русский, потому что кругом столько спойлеров, хочется как бы посмотреть, а английский там не такой сложный. Мне, конечно, больше нравилось смотреть в французской озвучке с субтитрами, но в последнее время я реально переживаю, что мне за все заспойлерят, поэтому я стараюсь как бы заранее посмотреть и... Так, кстати, вот тут есть всякие эти самые, но мы просто команды посмотрим сейчас быстренько. Так, полукруг, так-так-так-так. Так, дайте-ка. Кстати, а что я закрываю? Можно же просто option нажимать. Так. Слабый удар, средний, сильный, внизу то же самое, магия обычная, магия такая, магия, так, это самое, так, дальше. Вот это, кстати, я так и не понимаю, что с ней делать. Нет, вот это. Она отталкивает или что? Что, она... что эта штука делает? А, у меня так. Так. Сейчас вспомню, что тут делать. Так, это верхняя плюс атака. Нижняя плюс атака мы с вами сделали. Полукруг. Это на самом деле бесполезная штука, потому что противник обычно успевает увернуться или заблочить ее. Потому что она достаточно долго висит. Еще есть вот так... Да вот такая, говорю, две сразу. Раз, вот. Вот такая штука есть. Так, назад туда. Ей достаточно сложнее, чем Аризона. Напоминаю, что Аризона в прошлый раз, ну это вот вторая, которая коровка, я прошла практически аркадный режим. Вот то, когда мы с теневыми монстрами сражались, это было последнее на самом деле. С точка. То есть после теневых монстров там ничего нету. Там просто заканчивается все. То есть я в прошлый раз почти до конца дошла, мне чуть-чуть не хватило силенок. Но Аризона простая. Вот эта штука сложнее, но я хочу научиться именно Velvet играть, потому что она классная. Так. Вот с полукругами у меня как-то плохо получается, честно говоря. Вот
что в одну сторону полукруг вот эта маленькая, а в другую вот эта большая, которая у меня вечно не получается. Вот это да. Ну ладно, вроде я более-менее вспомнила. Окей. Вот так. Да, пока кому надо идти? Пока Тома разбирается, я пойду полью цвет. Энзу, давай, я же разобралась. Что такое ВПР? А что такое ВПР? А, ВПР! Это всероссийские проверочные работы. Вот. Хорошо, ладно. Так, напишите мне в чате, кто-нибудь у нас есть, с кем поиграть? В... Так. Стоп. Нет, ну пиксельное лобби обычное. Вот, что-то не прогрузились. Короче, есть кто-нибудь в чате, кто в игре находится, и кто хочет со мной в отдельное лобби зайти поиграть, потому что... Тут что-то как-то... пустенько, как вы видите. Такая 0-0-0-0-0. Там вот на одном серваке кто-то есть, но там все такие незнакомые будут, мне будет страшно с ними. Это типа ЕГЭ? Ну, типа, ну, это как бы, ну, типа как ЕГЭ, но не ЕГЭ, да. Да-да-да. Так, ну давайте тогда зайдем куда-нибудь, вот скажем, вот сюда. Тут никого нету, но он синенький, значит, он нормальный пинг. Америка... West Coast Main 6 Official 2. Давайте заходите. Короче, Main 6 Official 2. Заходите, сейчас попробуем тут с вами поиграть, кто в игре есть. Я ни разу не играла с другими игроками в пиксельном лобби, честно говоря. Я вчера посмотрела на него, я испугалась, потому что все, там, знаете, заходишь, и там все друг с другом дерутся, и ты такой, как бы стоишь такой, можно меня не бить сразу? Вот поэтому... Так, давайте... ну, в принципе, внешний вид, наверное, я оставлю. Я только ставлю... Нет, я хочу быть Вэлвуд, да. Тут, кстати, в пиксельном лобби можно настроить различные... Да, различные аксессуары подобрать. Вот. Но тут в начале игры достаточно мало аксессуаров. Вот, тут какой-то уже телепортнулся. В начале игры достаточно мало аксессуаров. Да я хочу быть... Я не хочу быть Аризоной. Я хочу быть Вэлвуд. Вот. Вот. Это все наше? Это наши ребята? Кстати, а сундук, в нем должна быть соль, да? Или типа того? Как его открыть? Окей. Я готова. Я не знаю, кто это, но кто-то из наших явно. Бонденсер. Понятно. Ну, давайте я попробую Вэлвуд. Я как бы понимаю, что Аризоны проще, но я... Так. Я не то нажала? А можно мне еще раз? Я ж подтвердила вроде. Quick match. Ну-ка. Сейчас попробуем. Окей. Accept. Окей, сейчас мы со всеми попробуем, ладно, я, у нас пока не так много. Так, ну стоп, я выбираю пони, нажимаю подтверждение, так? Win, я подтвердила. Мондансер, ты что нажимаешь, подтверждение или нет? Так, сейчас попробуем еще раз. Только те, кто смотрит, вы нас извиняйте, но мы реально тут, как бы, сами мы. Так, ну... Мы тоже тут все пробуем первый раз. Так, я выбрала. Да что такое? Почему она скидывает? Так. Давай, может, вот... Давай мы со вторым попробуем. Сейчас, мы со всеми потренируемся, хорошо? Да. Не переживайте, у нас всего 3 человека, так что я и совсем... С первым... Так, вот, я выбираю. А, раз. Ну, в смысле, Д. Неважно. Что мне еще сделать? Ничего? Второй человечек. Ты выбираешь?
Совка. Вот. Это арена выбирается. Я, кстати, когда пыталась перейти на арену, меня почему-то выкидывало. Ну, сейчас посмотрим, начнется у нас наконец-то матч или нет. Такие ламеры просто. Девочки такие. Ой, ой, а че жать, че жать-то? Как вы? Может, серверы сделать? Да не, я думаю, да мы тупые. Так, ну вот, мы с Совкой типа играем. Мне что-то Аризона говорит, и что-то Velvet говорит. О, какие тормоза, супер. Класс. Вот это да. Нет, знаете, в режиме тренировки точно такого глюков не было. Ну и в аркадном режиме. Совка, у тебя тоже такие глюки? Напиши в чате. Ну, в смысле, вы видите, насколько у меня тормозит? Мне интересно, это с моей стороны только такие лаги или у Совки тоже? Как бы, ну, сервер пустой, как бы пинг нормальный там был. Ну, там почти. Мы одинаково фигово играем. Че вы на американский сервер полезли, не на европейский? А там пинг что-то ниже был. Они даже красненьким были подсвечены. Ну давай сейчас попробуем перелогиниться. А я лежала. Кстати, у меня супер не получается применять. Я пыталась, но я что-то какой-то косячу вообще. Сейчас мы этот сыграем матч, попробуем перелогиниться, может, на европейский, может, лучше будет. Хотя я, честно говоря, не уверена. Ну, там пинг показывался выше. Я подумала, что выше пинг лучше, нет? Вы вот такая носом в землю, такая бух. Мунденсер, мы еще раз попробуем, не переживай. Нас пока тут мало, но мы в тельняшках, так что мы попробуем. Со всеми. Кстати, вот от нижнего удара Аризона только если подпрыгивать вот от этой вот топота земли. Да, все, поздравляю. Так, давайте сейчас попробуем перелогиниться. Может, там действительно получше будет. Так, давайте main menu. Сейчас, давайте попробуем на европейский сервер. Сейчас. Забава какая. Так, молодец. А за победу соль дают, кстати, или нет? Так, давайте попробуем... Нет, стоп, я хочу просто... Нет, нет, я хочу. Вот, обычное меню. Вот. Покинуть лобби. Да, давайте на европейский попробуем зайти. Вот, видишь, Blizzard, тут красненьким как бы пишут, что типа низкий пинг и все такое. Ну, давай попробуем, может, реально лучше будет. Ну, давайте вот Fine Use Kitchen 2. Европейский сервер. 64. Пинг. Или, может, попробовать вот этот United Kingdom? А! Какой из них лучше, интересно? Пишешь, что вы фиговый, на самом деле. А, Mon Dancer. Хорошо, можно просто Day. Давай просто Day буду называть. У нас классная вчера сказала, когда мы к ней зашли. Девочки, чем сегодня радовать будете? Я утром персен выпила. Очень мило. Европейские недоступны. А это значит, что они недоступны даже, да? Ну, допустим, United Kingdom. А, да, они недоступны. Я не могу их выбрать. Серьезно. Ну, то бишь, возвращаемся на наш. А что они, интересно, недоступны? Это вообще нормальная ситуация? Вчера вечером вроде были доступны. Угу.
Да и пишет, что сервера, помеченные красным цветом, недоступны. Спасибо. То ж я ламер. Так, давай с тобой тогда. Возвращайтесь, короче, на... Я ж на второй зашла? Или куда я зашла? Один момент. Я покину лобби, зайду еще раз. Сейчас я посмотрю, куда я заходила. Я заходила, да, на Main Official 2. Там, где никого нет. Все, я возвращаюсь. Все хорошо, не выходите только. Я просто затупила и не посмотрела, куда захожу. Вот. Все, I'll be back. Только можно я буду? Да. Не успела я стать Velvet. Ну да ладно, я думаю, это не столь важно. Так, выбираю. Так, теперь мы с Дэй играем непосредственно. Короче, да, я поменяла цвет на другой. А что скидывается-то? И сердечко главное такое. А давай еще раз. Что скидываешься-то? В смысле, может это реально сервак глючит? Стой, Дэй-то стой. Не бегай. Не убегай от меня. Короче, тут есть такая валюта, как соль. Вот, и за соль можно зайти в... Может подождать, пока таймер иссякнет? Потому что, мне кажется, давай ничего не делать и ждать, пока таймер закончится, окей? То что, может, в этом проблема? Потому что я выбираю перса, если я пытаюсь что-то еще сделать, меня выкидывает. Поэтому я предлагаю просто выбрать персов и подождать эти 30 секунд. Нет, все равно. Еще раз. И мы пробовали еще и еще. Ну, матча пинг 0. А что значит у матча пинг 0? Я знаю, во всем виноват Роскомнадзор. Шутка недели просто. Ну и что такое? Подожди, давай я попробую тогда с кем-то еще. Это у нас только с тобой такая проблема. Вот давай с Твайлайт попробую. С ней я еще не играла. С Совкой мы еще тоже попробуем. Так, мне интересно просто это. Двоеточие 333 выше пинг. Больше задержка, больше лагов. Большое спасибо, Блиссар, ты такой умный. Че это не такая умная? Выше пинг, больше задержка, больше лагов. Я наоборот думала, что чем выше пинг, тем... Ну, ну наоборот, в обратную сторону. Большое спасибо за поддержку. Ну, как ты видишь, что те сервера все равно недоступны были. Ну, то есть там еще внизу какой-то есть еще один голубенький. Двоеточие 333. Здравствуйте, здравствуй, кряка. А ты же была. Телефон сажается, пока. Лупи ананас. О, мое любимое. В кавычках. Слушайте, а вот тут нету вроде лагов сейчас. А с Совкой, когда играли, на этом же серваке лаги были, а сейчас норм. Из последних сил. Он там чуть-чуть остался. Сейчас я напишу в чат, Кэтсан. Сейчас.
мы закончим матч. Ей! Ну, неплохо, неплохо. Блокировать чаще надо. Так, давайте... сейчас я напишу. Подожди секунду. В чате запишу. Так. Так, я написала, кому там надо. Помню, как Тома пыталась сражаться против Элеандр. Да, у меня с ней не особо... А с совкой получилось. Да, с совкой... А, у тебя получилось, Мундэнсер? А, ну, точно, вы можете поиграть. А, Твайлайт, давай, может, рематч? Еще раз? Пока мы с тобой соединились. Давайте по два раза. Пока соединяемся, а то это самое. Жми рематч, если хочешь еще раз сыграть. Нет, не хочешь? Окей. И что, мне за это дали соль или что? А где эту соль можно посмотреть? А тут как-то еще можно, а вот чат. Чат можно открыть. И такой пишешь, такой ня. А русский тут есть? Нет, нету. Есть хай. Вот, можно тут общаться в чате. Но это просто показываю. Тут вообще есть за водопадом. Сейчас я вернусь в туалет. Вот там девчонки дерутся. У нас сегодня девчоночья драка. Тут они в кустах дерутся. Не подходи. А можно, кстати, понаблюдать за их? Тут за водопадом есть пещера. И вот тут можно три соли, чтобы зайти в пещеру. Кстати, вот у нас игроки, которые на сервере. Вот, а соли в сундуках, которые вот там выпадают. Классно у вас тут. Соль в сундуках, которые выпадают. Давай, дай. Мондэнсер. Дай. Дай просто дай. Попробуем еще раз. Так. Да что я все время... Вот, quick match. Давайте мы еще раз с ней попробуем. Соль выпадает из сундуков и... Вроде как за победу должна даваться, но что-то я не поняла, дали мне соль или нет. Матч пинг 0. Что это значит? На работе есть сотрудница по фамилии Соль. Но это достаточно, я думаю, существующая... Ну, как бы это корейская нормальная фамилия Соль. Что-то нет, с Мондэнсер у нас... Не вообще никак. Не знаю почему. А Крейзи Брич это наш кто-то или не наш? Совка, давай с тобой еще раз попробуем. Девчонки там дерутся. Кстати, можно как-то присоединиться к матчу в виде наблюдения. Вот, видите, матч пинг не ноль, а нормальный. Какие-то чудеса чудесатые. Мэйдэй хочется называть Мондэнсер. Ну да. Соль нужна для телепорта в шахту. Да. А в шахте можно это самое искать аксессуары новые, да? Насколько я поняла. Это создание, которое как бы твайка единорог, ну да. Ну вот, Элеандр. Это как бы темный единорог такой. Как Твайлайт. Пользует магию. Ну, в смысле, эти персонажи основаны на персонажах главной шестерки. Поняшной. И, то есть, вот Вейлвет, она типа как Рерити. Все такое. Забавная забава. Мне кажется, это у нас конкретно с совкой какое-то глючное соединение, потому что вот с Твайлайт мы сражались, было нормально все, да? А тут видали, как сразу? То есть это у нас с совкой какие-то взаимные проблемы в плане связи. Вот у нее нет проблем с использованием этих ударов, а у меня есть. Mm.
Кстати, может, мне за Аризону попробую с девчонками поиграть? А то все. Ну просто я хочу научиться завелывать. Ну, я, конечно, заблочила, но не до конца. It's over now. Муняша это Луна или Мундансер? О, я Луну Луняшей называю, но не Муняшей. Так что я думаю, что второе. Вот это я внезапно сделала. Я сама тебя не ожидала. Это был супер. У меня никогда до этого не получалось, честно. Супер делается по... полукруг плюс двойной удар. Может, матч 0 означает, что нельзя сделать связь между двумя игроками? Может быть. Только интересно, почему именно вот с конкретным персонажем, с конкретным игроком такая какая-то подлянка. Сервер такой подвис. Вейтинг. Просто. Это не глюки стрима, если что, это глюки связи на самой игре. То есть я вижу то же самое, что вы на экране. Это, знаете, типичная женская драка. Вот это вот такая... Вот мне вот это сейчас напомнил. А почему она синяя? Потому что мы обе выбрали... Давайте, может, поменяем персонажа. Совка, хочешь еще? Если хочешь, жми. Нет, никто не хочет со мной второй раз играть. Короче, если выбираются два одинаковых персонажа, то один из них реколорится, конечно же. А это можно зажечь, нет? Асепт. Давайте еще с совкой поиграем. Давайте я тебе попробую Аризону взять для разнообразия. Наверное, у тебя у тебя супер не получается, потому что у тебя на него полоска слева внизу была не заполнена. Да, я за ней слежу, но даже когда она у меня заполнена, я все равно как-то вот два раза атаку нажать, ну, там пол дуги плюс два раза атаку, у меня как-то то ли я криворукий, то ли что. Я знаю, что полоска должна быть заполнена на супер, ну, с магией. Вот, ну что-то я, короче, какой-то кривой в этом плане. Так, внезапно. Это поворот. Резона такая. Так, мы уже играем или еще нет, сервер? А, не понял. Нас расконнектило? Совка, вернись. Совка, куда ты ушла? А, интересно, это... Как вы думаете, это товарищ вообще с нами, нет? Давайте мы его тоже призовем, позовем на матч. Хочет он с нами посражаться? Я не знаю, это наш товарищ или не наш, но раз человек зашел, давайте поиграем. Я не знаю, что случилось. Может, нас разорвало, потому что или совка отконнектилась. Она куда-то пропала. На Твиче есть запросы в друзья? Есть, но я там никого не добавляю, сразу говорю. На личку я отвечаю, но запросы в друзья я не добавляю, потому что я боюсь, что рано или поздно опять настанет тот момент, когда у меня просто будет полный список друзей. Вот, поэтому... Да, ну у вас попытаться ее, наверное, поймать глупо. Ah!
Ну вот чуть-чуть не человек, не это самое. Вот вы знаете, как-то с живыми игроками, мне кажется, более равноценно, чем в аркадном режиме, потому что аркадный режим сильно легкий, а средний уже как бы сильно сложный, лично для меня. Ну, в смысле, я, конечно, вот Аризоной доходила докуда-то, но Velvet я уже не могу пройти, допустим. Я все никак не могу по земле топнуть, да что такое? Ей! Ну почти, почти чувак меня победил. Тут такая, это самое, все дерутся друг с другом такие. Но вот если зайти на тот сервак, где много народу, там все такие, и это самое. Ну, что такое? Ну, что, да, я хочу написать. Почему мне не дают написать? Серьезно, я хочу написать, но у меня не получается. Я хотела... Вот, ГГ, я хотела ГГ написать. Почему у меня не получается ГГ написать? Серьезно. Я тоже хотела человеку ГГ написать. Это good game означает, если что. Ну вот у меня что-то двигается там. Ну вот, а, вот, ГГ. Ну что такое? Вот. Это интернет-культура, этикет онлайн-мультиплееров. ГГГГ. Да, супер. Ой, так, дайте мне сейчас руки что-то отдохнуть. ГГ, да, good game. Почему все так быстро сидеть не успеваю? Вот, кстати, я еще хотела попробовать... Сейчас. Попробовать последить за людьми. Ну-ка, можно мы присоединимся, как посмотреть... Нет, наверное, не присоединишься. Или можно присоединиться только к следующему матчу? Не знаю. Ладно, твоя... Нет, кто у нас? Совка тут бегает, да? Совка Аризона. Совка, будешь еще играть? Харе корни наворачивать. Так, я что-то не поняла... Вот, speak trade, next fighting. Можно посмотреть ее следующий бой. Вот. А можно с ней еще сразиться при этом. А, Совка, а попробуй сейчас с кем-нибудь сразиться, я посмотрю, у меня подконнектик к твоему бою посмотреть. Все такие ходят. А, кто эта девушка в правом нижнем углу? Уже отвечала, это маскот канала. ГГ, две какашки, ну-ну. Вот, смотрите, Совка будет играть с Мун этой самой, и мы сейчас посмотрим, как они будут играть. С Мон Дэнсер Дэй. С Дэй просто. Дэй. Сложное имя.
Это маскот Твича? Это маскот моего канала, поэтому я не хочу называть ее просто Твиччан, потому что... Или Твичтян, потому что это как бы не маскот Твича, это маскот моего Твича, поэтому надо что-то связанное с моим именем, и мы думаем над этим вопросом еще. Так, и сейчас я, по идее, должна подконнектиться в качестве зрителя к матчу девочек и посмотреть. Кажется. Мэй-дэй. Мэй-дэй. Просто дэй. А можно рисовать только пони? Да нет, не обязательно. Ну, в смысле, что-то связанное с моими персонажами, конечно, лучше. Или с персонажами, которые на стримах завязаны. Ну, в смысле, что-то такое. Что-то как-то связанное со мной и моей деятельностью. Вот, и мы смотрим, как Совка с Дэй сражаются. Вот, то есть можно поучаствовать в качестве зрителя, можно поучаствовать в качестве непосредственно оппонента. А если играть не через пиксельное лобби, то там в мультиплеере еще есть лобби. И там, кстати, смотрите, там прикольно пони в матроске на заднем плане. Там есть обычное лобби, и там как бы рандомно соединяет, когда в тебя в качестве зрителя кидают, когда в качестве игрока. А тут можно такой, знаете, за комментатором. И вот кто у нас? Так, Леандер у нас Дэй. И вот Дэй наносит серию магических темных спецударов и все такое. Где-то были, наверное, обычные удары. Я не помню точно действия Леандер, какие из них спецы, какие обычные. Ну, а Леандер, конечно, мне сложно, допустим, с этого персонажа побеждать, сразу скажу. Потому что она дистанционная, и... Вот видите, как Совка классно использует удар по земле? Я, когда играла Аризоной только что, я ни разу не смогла его исполнить. Хотя он там, по идее, несложный. Там два раза вниз и удар. А, нет, два раза вниз и магию, кажется, я не помню. Надо посмотреть. Может, я не то жала просто. Давай, Совка, давай! Чтоб 1-1 было. Да, видите, 1-1. Ей! Можно доставать флажки и махать там. Было 61 зрителей, стало 53. Ну, не всем интересны игры. Как бы, многие приходят только на новостную часть. А тут мы уже так с вами развлекаемся сами по себе. Твичерейшн, тамарейшн. Томочка. Я подумаю над вариантами и потом, наверное, в группе ВКонтакте сделаю голосовалку. А тут, может быть, сделаю запись на стенке, где голосовалка, чтобы проголосовать. То, что мне надо сесть и подумать на самом деле. Что у нас? Да и у нас победила таки Селиандр. Ура! Отличка. Этот радужный хвостик Аризоны, ну да, забавный. Молодцы. Так. А что значит АФК, интересно? А, я была на сражении. Мне интересно, сундуки с солью куда вообще выходят? Ну, в смысле, они вот мы когда заходили на сервак, один постоял. Я сейчас вернусь, не убегайте. Я просто хочу посмотреть. Нет, я не вижу. Так, с кем я не сражалась? Я со всеми сражалась. А, с Мондэнсер, мы с тобой... С Дэй Мондэнсер. Дэй, мы с тобой так сражались или нет? Я не помню. Да, я помню, туда надо идти, но туда нужна соль. У меня соли нету. Да, вот тут соль. О, у меня есть три соли. Супер, давайте сходим. Телепорт, три соли. Ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Ух ты, подождите, не так быстро. Зверюга, зверюга, отойди, зверюга, отойди. Зверюга подкралась незаметно. Дайте я просто посмотрю. Не бейте меня сразу, хочу посмотреть, что тут. О, сундук. Яблоко. Тупик. Или тут еще что-то есть? Сундук, сундук, сундук. Соль.
А в большой... Это большой сундук или что? Или это выход еще один? Такие исследователи. А вот тут еще куда-то выход. Ой! Напали. Такие все дерутся. Совка, давай, побеждай эту злюку. Мы можем мимо пройти? Совка, мы в тебя верим. Вот еще с... О. И раз. Мне интересно, а... Слышь ты, дистанционная моя. Сейчас меня еще убьют. Ненавижу с дистанционных. Да что ты такая? Сейчас тебя... Ну все, сейчас меня убьют. Да. Все, меня убили. И меня телепортируют сначала, да? Все. Кончилось, Velvet. Ну, мы с вами хотя бы посмотрели, что в этих подземельях. Там теоретически можно найти новые аксессуары. Совка, привет. I'll be back. Там теоретически можно найти новые аксессуары какие-то, вот. Так, сколько у нас там времени? Осталось буквально 15 минут. С кем еще поиграть? С Дэй я так и не поняла, играла или не играла. Давайте с Твайлет еще поиграем разок. Что значит восклицательный знак? Hello. Понятно. Так, давайте. Тут еще можно, кстати, запросить тренировку. Давайте, может, потом тренировку попробуем у кого-нибудь запросить. Так, давайте... Резоной, наверное, еще разок. А потом тренировку попробуем запросить. А с Дэй я так и не... Да, не сыграла, по-моему. Но сейчас ее просто не было на экране. Сейчас, если она появится на экране, я попробую с ней еще раз законнектиться. Зачем рисовать двери или портал, когда можно не рисовать ничего, точно. Мне нравятся там все эти «да» и прочие такие милые разговоры у книжки «Олеандр». Почти два часа смотрю. Подсечка такая. Так, давайте-ка тренировку запрошу. Все-таки посмотрю, что я делаю не так с этим самым. Так, дайте-ка я вот попробую с Дэй, может, тренировку. Request тренинг. Ну-ка.
На клавиатуре неудобно, наверное, будет. Ну да, я с джойстиком играю. Я не знаю, как в файтинге можно на клавиатуре играть. Там же полукруги все эти, ну, спецатаки. Как это вообще реально? Так, а тут интересно, Option Twist можно посмотреть, нет? Так, стоп. Command List. Так. Вот, два раза вниз плюс атак, Том. Подожди ты. У нас тренировка. У нас не бой. Да, я потренируюсь. Потрясающе. Можно лупить друг друга до посинения. Вот. Далее. То есть я все-таки правильно нажимаю. Вниз-вниз плюс атака. Только почему-то мне это не получается сделать. Вот. Почему у меня в бою это ни разу не получается? А еще можно... Еще можно вот... Еще можно... Ладно, давайте попробуем с ней подконнектиться, чтобы сыграть. Давайте попробуем подконнектиться. Раз у нас на тренировку сконнектилось, может, нас теперь и на игру сконнектит. Так. Сейчас мы попробуем. Так, ты матч выбрала или тренировку? Сейчас узнаем. Осталось 10 минут? Да, осталось 10 минут. Так, ну давайте за Аризону. Я ж не зря пинок вспоминала. Не, это тренировка опять же, нет? Или нет? Сейчас узнаем. Нет, это не тренировка. Это просто фон такой. Вообще классный был стрим, жаль, в записи смотрел. В смысле, в записи. Какой другой? Сейчас я чат почитаю, так я что-то не поняла, о каком стриме речь. Не злите, Алеандр, просто. Вспомнилась с рисовального стрима, если Тома фанаты бесят, то у крыс... А, фасята, то у крысы крысята, да? Было такое. Да, если Алеандр подхватит, то фиг выпутаешься. Меня зажали в угол. Окей, все. Людей для игры маловато? Чё, так нормально. Будет ли еще игра, эта игра еще на стримах? Это довольно забавно. Думаю, тоже приобрести, вместе побегать. Ну, если вы будете кто-то новенький приобретать, то я, конечно, с вами побегаю. То есть, не вопрос, пишите мне, что Тома, давай, мы еще хотим поиграть в эту игру, потому что мне-то с вами интереснее играть, чем в аркадном режиме или там еще с ноунеймами, тем более. Вот.
Так что я-то не против. Дэй пишет, что играет на клавиатуре. Молодец. Пришел снова в Zen Fighting Hearts потренироваться. Ну да, видишь, мы тут с девушками мы тут играем, у нас такие женские драки. Ну что, кто-нибудь еще хочет? Если кто-то еще хочет, вызывайте мне, бросайте вызов, еще один раз сыграем. Да, пока кто уходит. Да, мы сейчас будем заканчивать. Да, давайте еще разок, вот кто там бросил, совка, да, давайте с совкой еще раз сыграем, давайте за Вэллу это опять попробуем. Вот, и будем заканчивать. Да, я не против с вами в эту игру еще поиграть, так что если будут новые игроки, вы мне это сигнализируйте как-то. Как-то от меня ничего не было в марте и в апреле, поэтому держи тебе сразу за всю весну, да в смысле, 4. Блиссер, ну ты прямо разошелся сегодня. Хорошо, ладно, спасибо тебе огромное. Итак, мы с вами, смотрите, почти добили полоску 19 из 20. Огромное спасибо, сегодня вы, ребята, прям в ударе. Вот. Я надеюсь, вам не особо самим накладно все это. Вот, кстати, я думаю, что после шкафа уже есть хорошая цель, это РБК, только я все еще не решила... Ну, в смысле, я зарегистрировала столик, но я пока не решила насчет столика, потому что там столик очень дорогой в этом году. Вот, я еще подожду, пока они прессу начнут регистрировать, и потом подумаю, все-таки как пресса или со столиком, и потом поменяю сбор. Ну, я надеюсь, мы дособираем к тому времени. Потому что... Что-то совка вообще не сопротивляется. Вот. Потому что столик это, конечно, классно, но там только один столик в этом году. 9 тысяч. Вот, так что... А еще дорога. Что она делает? Мне кажется, совка издевается. А как ты так делаешь? Это тактический маневр, чтобы отвлечь соперника. Или это какое-то накапливание энергии, может быть? Как у Твайлет, она книжку читает. Может, это тоже какое-то накопление энергии магической? Было бы логично. Ты скачивала эту игру? Я эту игру покупала... В Стиме. Она стоит там в районе 300 рублей, по-моему. 360, наверное. Вот, все. Так, больше... Нет, все, давайте. Хватит, я думаю. Мы с вами тут... Нет, все, я устал, у меня ручки пылят. Да, мы тем более заканчиваем. Ладно, девчонки меня не отпускают, поэтому я, наверное, выйду из... лобби в мейн-меню. Да, спасибо за игру большое, было реально классно с вами поиграть, девушки. Вот, но мы будем заканчивать, потому что у меня уже лапки болят, уже такие... Что за прически у них? Это аксессуары, можно менять аксессуары на своем пони, их там вначале дают не так много, но вот в сундучках потом могут попадаться, кроме соли, еще аксессуары, насколько я знаю. И, насколько я знаю, аксессуары надо именно в пещерах, то есть ты добываешь соль за победой и за... Иногда сундучки прям тут появляются, идешь в пещеры и там входишь за 3 соли и сражаешься с этими вот зверюками темными. И есть шанс, что ты там найдешь какой-нибудь классный аксессуар, которого у других не будет. Вот. Так. На карточке пусто. Что за карточка? Там у некоторых персонажей вроде эмоция на несколько нажатий вниз делается, но не у всех, у других я не знаю как, самому бы узнать как. Понятно. Большое спасибо, Алекс. Кстати, согласно инсайдерской информации, в Хабаровске, господи, в августе пройдет первый бронеконвент. Диоген, слушай, а мне кажется, что в Хабаровске уже что-то проходило. Или это опять во Владивостоке было, я их путаю постоянно. Мне кажется, что вот там как-то проводили различные конвенты, но их делали скорее большой сходкой на коттедже, что-то там такое было у вас. Надо посмотреть, у меня даже значок с какой-то из таких сондок есть, мне ребята на РБК дарили. Мне кажется, там было активное раньше комьюнити в вашем... в тех краях.
То есть, получается, теоретически в эту игру можно играть на клавиатуре. Да, теоретически клавиатура, конечно же, поддерживается, но практически там много ударов, заточенных на поворот. Ну, на... Там, конечно, можно просто нажимать... Я не знаю, как это на клавиатуре нажимать. Там именно вот полукруг туда или полукруг сюда, вот это вот. Поэтому, ну, в движениях. Ну, люди вот как-то с клавиатуры играют и вполне себе меня побеждают, так что, как бы, наверное, можно. Я в Mortal Kombat несколько сотен часов проиграл в онлайн, не делал привычки. Понятно. МК, это ж Mortal Kombat имеется в виду? Троллинг концовки. Точнее, мультифандомный. Понятно. Это Брони Амура, наверное. Да, да, вот точно, Брони Амура назывались. Я, правда, не помню, в каком городе они собирались, но это, вот да, Брони Амура, наверное, оно. Хотя я могу опять что-то путать. Я такой... Но практически будут болеть руки. Я хочу сказать, что от джойстика, вот я сейчас с вами поиграла, у меня тоже, ну не то, что они болят, но как бы есть такое напряжение. Дель пишет, что на банковской карте денежек нема. Ну не переживай, это так. Пока только разговоры, но наш админ хочет. Проводить фестиваль? Проводите, конечно, пока еще есть с кем проводиться. На клавиатуре норм относительно работают здесь движения МК, да, Mortal Kombat. Спасибо, будем знать. А, вот, собственно, Элскай пишет, спасибо за информацию, тогда есть хоть какой-то шанс поиграть. Ну да, почему нет, я думаю, что, ну, как-то можно играть. По крайней мере, официально клавиатура поддерживается, так что я думаю, почему нет. У меня сейчас чат выглядит как диалог вместе с собой, бедная Элскай. Ладно, все, по-моему, там 4 часа как раз. Да, 4. Я заканчиваю, потому что через час стрим у Криса. Вот, мне надо тут проветрить, покормить и все такое, освободить аппаратуру. Значит, еще раз, на следующей неделе у нас перерывчик. Делайте все свои дела, я тоже буду делать свои дела. Стримов у нас не будет. Но вполне возможно будут какие-то видео на канале, какие-то записи в группе по тем проектам, с которыми я буду возиться всю следующую неделю. У меня очень большой список, что мне надо сделать, и как проекты, так и банальные домашние дела какие-то, например, помыть окна в квартире, вот, поэтому, короче, я буду в интернетах периодически появляться, совсем пропадать не буду, но единственное, наверное, личку не буду проверять, то есть вот сегодня-завтра я там еще поотвечаю, а потом я буду стараться минимально зависать в сети, чтобы, то знаете, так, зайдешь там и засел на полтора часа в личке, переписываясь с людьми там, что-то обсуждая, поэтому я буду стараться себя по рукам бить и не давать себе заходить в личку, так что не обижайтесь, я не то что хочу вас всех игнорировать эту неделю, просто я хочу реально сосредоточиться на работе, но с постоянным онлайн-общением это очень сложно получается. Да, увидимся не скоро. Не это самое. Pestle Dreams, да, и Pestle Dreams я очень надеюсь, но если не целиком доделать, то хотя бы подготовить. Мне надо для последних двух серий подготовить некоторые декорации новые. Вот, я надеюсь, хотя бы если не закончить, то хотя бы максимально подготовить окончание этой истории. Все, давайте я игру, наверное, выключу. Или хотя бы звук ей выключу, чтобы она у нас тут... Не, бруздела на заднем фоне. Все, давайте заканчивать. Огромное спасибо за вашу сегодняшнюю поддержку в виде донатиков. Прямо очень радуюсь, что мы почти дособрали. Вот, буду уже начинать думать над чертить дизайн, потому что шкаф мы, естественно, хотим заказывать на заказ. Вот туда, назад, наверное, на задний фон. Да, так что это самое. Огромное спасибо за поддержку. Все, увидимся с вами, ну, завтра еще в новостях, и потом, как получится, пока ничего обещать не буду. Всем огромное спасибо, отдыхайте. Пока-пока.